нож Weatherman Krator C33LX. Достаточно интересная моделька ножа, которую можно использовать и как основной, и как запасной. Чем примечателен? Это небольшой клиночек, полусерейтерный, со сталью 420HC. На лайнер-локе ножик прекрасно открывается как за шпенек односторонний, так и за вариацию флиппера. И довольно интересная система открывания. Однако к ней нужно приспособиться. Но со временем выстреливает как пушка. Из интересного — это складной карабинчик, располагающийся на торце. Можно спокойно закрепить его где-то на мундировании, либо на вашем, допустим, рюкзаке. Карабин в случае ненадобности складывается путем убирания его в спинку ножа. Имеет клипсы для глубокой посадки на карман и комфортного ношения. Накладочки выполнены из ФРН.